Всех приветствую на своем канале. Отпишу видео снова по Ешке, по отзыву. Но, видать, я послушался комментарий ваших и оставил жатку поднятой. Да, действительно, я не задумывался. Опущена жатка, поднята. А оказывается, ее надо держать в поднятом положении, чтобы пружины маленько размагничивались. Так что вот. Ну, это я вчера приехал, не знаю почему. То есть у меня даже мысли никакой такой не было. Ну, я не работал, подсказать некому было на таком агрегате. Агрегат хороший, пока особо мозги не делал. Сейчас покажу только что жатку. Почему-то предыдущего хозяина даже такого не замечал. А сейчас стал смотреть, у меня вся жатка побита. Не сама жатка, а вот шнек. Вот. Раз, и он, по-моему, каленый, его очень тяжело выпрямить. Но это лопатка основная. Ну и так вот смотрел, много-много мест, где шнек, особенно сюда ближе к валку, погнутый. Попробую выпрямить, как бы, но не знаю. Да, сейчас еще посмотрим колеса. С проводкой маленько стал разбираться. То есть там маленько предохранители восстановил, но они вот такого вот качества. То есть сейчас у нас контрольная лампочка горит. Не было самой лампочки по такому диаметру, не стал ничего это придумывать. Поставил кнопку с лампочкой, теперь просто включаешь массу. Сейчас покажу. Загорается такая контролька. Так, массу. Ну и вот, у нас горит контролька. Наверное, после сенокоса. Сенокос у нас, я думаю, что осталось дня 2-3. И мы закончим его. Да, комментарии про колеса были. Арочные колеса. Я помню, у нас стояли арочные колеса на... Не на немке, а, по-моему, на... силосниках. Не косилках, а подборщиках, которые подбирали или молотили. У нас не было, то есть он с жатками таких. У нас были просто подборщики, которые хреначили на силос. Два или три, по-моему. Да. Один немец был, другой этот. Ну, я по возможности купил родные его колеса. И все думал, что у него они бортируются. Ну, как обычный диск, не арочный, а этот. Оказывается, да, тоже подписчики подсказали, кольца. Вон стоит кольцо. Ну, этот какой-то диск интересный. Вот кольцо стоит, сейчас еще покажу. Интересно, он почему-то у меня как будто как точеный. А вот эти сейчас покажу. Да, сегодня у нас 10 августа. 10 августа. А этот как будто сварной. Но особой разницы я не вижу. Вот, то есть кольцо. Ну и там внутрь. И здесь внутрь, да? Стоит. То есть они, в принципе, правильно стоят. Такая вот резина. Маленько потрескана она, но не знаю, удастся мне в этом сезоне поменять там хоть одно колесо. Потому что неохота в поле торчать с этим колесом. Надо еще мясорубкой попробовать их открутить. Хотя бы приготовить. Ну, вот такой вот коротенькая.